В этот раз чествовали медицинских работников, врачей, медсестер, фельдшеров и санитарок. Всех тех, кто лечит и кто ухаживает за больными. Это те люди, которые являются лидерами в своих медицинских организациях. И это очень важно, в общем-то, для наших врачей, для наших средних медицинских работников, младших медицинских работников, чтобы все знали, что, в общем, тот труд, который они большой вкладывают, да, в наш регион, в лечение наших пациентов, он должен быть отмечен. Сцена Рязанского дворца молодежи на один вечер превратилась в импровизированный парк, в котором встречали почетных гостей. Героями вечера стали 6 медицинских работников, которые много лет заботятся о здоровье рязанцев. Из рук главы региона Олега Ковалева знак губернатора Рязанской области за усердие получила и акушер родильного дома номер 2 Наталья Сидорина. Она в профессии уже 17 лет. Я работаю в роддоме во втором. Я акушерка. Ну, как бы считаю, что это мое призвание — быть акушеркой, помогать людям. Ну, видя, как мамы у нас выходят радостные с папами, с малышами. Ну, считаю, что, наверное, награда чисто человеческая благодарность за то, что мы помогаем родиться малышу на свет и как бы прийти к нам в роддом, помочь женщине психологически, да, и просто быть счастливой семьей. Особенно тепло в этот вечер встречали старейшего хирурга не только города, но и страны — Аллу Левушкину, которую зал приветствовал стоя. Алла Ильинична, посмотрите, это для вас. Несмотря на почтенный возраст, она взяла инициативу ведущего в свои руки и ловко шутила на сцене, чем вызвала восторг и аплодисменты сидящих в зале. Во-первых, я свои заслуги очень мало ценю, потому что в основном это за счет моего возраста. Доживите до моего возраста, у вас, может, будет заслуг больше, чем у меня. Вот. Единственное, что я могу сказать. Вот. Ну и, конечно, я считаю, что в жизни надо быть целеустремленными и выбирать ту профессию, которую по-настоящему полюбишь. И тогда ты будешь долго держаться на ней. Вот что я могу сказать. Приветствуя работников здравоохранения, губернатор Олег Ковалев отметил, что профессия медика самая гуманная на Земле. Поэтому все, кто избрал ее делом своей жизни, заслуживают глубокого уважения.